А вот кому действительно снег на руку, точнее на ноги, так это биатлонистам. Ханты-Мансийск готовится принять всероссийские альтернативные соревнования. Напомню, они проводятся в первую очередь для тех спортсменов, кто не попал на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Старты будут по 5 видам спорта. Так вот, в Ханты-Мансийск с 27 марта по 5 апреля примет сильнейших биатлонистов страны. На трассах в центре зимних видов спорта выступят более 120 спортсменов, включая Антона Шипулина, Екатерину Юрлову-Перхт, Евгения Гараничева, Александра Логинова, Алексея Волкова, Дарью Вералайнен и Максима Цветкова. На открытие в Ханты-Мансийск приедет сам министр спорта России Павел Колобков. Добавлю, что остальные альтернативные спортивные игры примет Архангельская, Московская область, Сочи и Санкт-Петербург.